Всем привет! С вами Смирительно 2. И в этом видео я буду показывать, как пользоваться анимированными эмоциями и эмоциями с других серверов без нитро. Для начала добавляем вот этого вот бота. Ссылка будет в описании на его добавление. Потом нас перекидывает на... И сейчас нас перекидывают на такой вот сайт, там, где нужно его авторизовать. Тут выбираем наш сервер, на котором мы будем его делать. Подтверждаем то, что я человек. А потом заходим на сервер как раз, и тут появляется такой вот бот. Можно для начала написать команду на каком языке, чтобы было, то есть, типа... Потом тут можно выбрать, например, русский. И теперь, смотрите, то есть, теперь мы потом... Пишем команду pack clear. И тут много эмоций всяких. Я, кстати, на 4 лайка сделаю обзор этого бота. То есть тут очень много страниц. И, например, мы выбрали вот такую вот картинку. Нажимаем добавить пак. Нажимаем, например, тут добавить. Да, вот тут вы нажали добавить пак. То есть там, если ты его уже использовал, то тогда придется искать сервера. И тут вылезает много всяких эмоций. Если мы, например, напишем МФ, ну какой-то из этих выберем МФ Ловы и сделаем так. А, можно... Ну смотрите, то есть тут высветился такой вербух. Там, где этот смайлик показался, так можно как раз даже с анимированными эмоциями. Например, смотрите. Книфы. Написали книфы. И тут анимированные эмоции. Если... Например, мы напишем книфы, и, например, мы тут напишем какое-то приложение, например, «Привет» и книфы, то тут опять будет вербу, и будет опять же это сообщение. То есть это очень классно выглядит. Да. Ну и так можно выбирать паки. Это довольно классно. И легко. Ну ладно, с вами был Смирительно 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Смирительно 2. Всем пока!